Италия должна открыть для конкуренции свои частные пляжи. Общественных у нее мало. Европейский суд постановил, что концессии на эксплуатацию морского побережья не могут продлеваться автоматически, а должны проходить беспристрастную процедуру селекции. В Италии лицензии на аренду шезлонгов и солнцезащитных зонтов традиционно принадлежат семьям и передаются из поколения в поколение. Президент Федерации итальянских пляжей Марко Маурелли все еще надеется найти с властями компромиссное решение. Ci sono ovviamente delle criticità, perché se una componente così importante, che peraltro è prevalentemente a gestione familiare, si dovesse fermare domani, avremmo delle difficoltà economiche non notevoli, ma anche difficoltà di organizzazione del sistema turistico. Su questo facciamo appello ovviamente al Parlamento e al Governo affinché vi siano ovviamente delle soluzioni normative e si arrivi ben presto a disciplinare una riforma organica di settore. Ecco. По мнению Европейской комиссии, итальянская система концессий противоречит ее директиве об услугах. Брюссель уже не раз предупреждал об этом Рим, даже возбуждал против него процедуру, предусмотренную за нарушение общих правил. Но традиции владения пляжными лицензиями в Италии настолько сильны, что несколько правительств не смогли ее изменить. Представитель Еврокомиссии Соня Господинова надеется, что Джорджа Мелони сможет упорядочить ситуацию в курортной и других сферах. La première ministre a rassuré, elle a garanti que les autorités italiennes vont assurer très vite l'application de la législation européenne. Alors, ça veut dire que les autorités nationales vont procéder à aligner la législation nationale italienne avec les règles européennes. Тем не менее, в наступающем купальном сезоне на тысячах итальянских пляжей нельзя будет по-прежнему бесплатно даже расстелить свое полотенце. Правительство крайне правого премьера недавно отложило отмену системы концессии на один год, продлив ее до 2024 года.